Давай, поехали. Первый данжик. Endless War, 21 год. Подождите, атаку возьму сейчас. Атака по усиленным монстрам. Мобы появятся. Сейчас мобы будут. Тут разницы нет. Тут три моба будет. Надо просто очень быстро задамажить. Одного, да. Чё, базарить с этой хуйней? Да. Только не выйти с этой хуйни. Только не перепутай. Так, все, поехали. Да? Поехали, кого поехали. Убьем? Это убьем. Ну ладно, давайте вот это. Пол дамаг просто. Нет, не работает, по-моему. Надо три моба убить за три минуты. Нет, одного моба убиваешь. Ты выбираешь, сейчас одного убиваем, и какой левел будет у нас, ебать? Надо три моба убить. Будет третий левел. И ничего не агрится? Сколько ты моба убиваешь, тот левел. Нет. Ты... Одного моба убиваешь? Стоп! Они не агрятся? Нет. Ну, окей. Так а сбегай. Нет, здесь все. Дальше. Пойду. Все. Ну давай, пробуй. Я был в данже, я знаю, что такое. Хотя ладно, за РТ что-то не пробивают. Да, тут без хила никак. Маскрин сьюзен. Хоть фул дамажим, фул. Ты бафы, если есть какие-то, прокидывайте на них, там, на ПДФ. Вот это. Дай пока. Ну все, второй левел у нас. Это плохо? Это хорошо. Че, нормально. Так. И что теперь делать? Ждем, сейчас босс появится. Вызова, все, погнали, дамажим. Ах, все же знают, что это апокалипсис, спрятаться надо. Разрушение похуй, там стан когда кастует. Взрыв в этот, там. Холики. Блять, не успел. Сука, прячь, стан 18. Пиздец. Сука, не успел холик прожать. За это ресно. Гефест ресно. И он тоже не агресса, да, я так понимаю? Нет. Угу. Реально? Попробуй еще раз агрить, может все-таки заагриться. Ну уже два раза повожу. Ну я повожу, конечно. Нельзя его водить. Нельзя так. Водить его надо только посредине держать. Окей. Только посредине. К этим камням его нельзя подводить, только посредине. Прям центр. У вас тут фиксировано это? 10 секунд, ага. Дамажьте, не стойте. Просто надо в центре стоять и все. Пытайтесь... Луком точно не стоит. Покалип, а? Сныкаемся. Блять. Дебафы не проходят на него. У него нету арка этого. Не знаю, ты ничего не сделаешь. Чё, целый час его пинать надо? Нет, не целый час. За сколько час. Убьём? А вы в посохе можете хилить масуху или нет? Можем. В хил билде можем. Холики. Посохом хилит. Жезлом просто больше хилит на 7%.
Не, просто на... шапка дамажил, попробовал. Так а за колонной вообще нужно стоять или нет? Можно стоять. Сейчас, подожди, да, блин, свыкнусь, а то вам кусают по пол лица. Да, вижу, вижу, вижу. Жаль, что он на танке не сидит, сука. Я бы вообще его дамажил, да, не хилил, но я разорвусь. Да, 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 я понял. Ну, блядь, урон начал идти почему-то. Давай, короче, этот, Лёха, контроль, дэмэдж. Калипсис, за постою, эти я постою, попробую, не убьет или убьет. 108к, подняли его. Войда ресну. Раньше, я просто пробовал один раз. Раньше он так сколько не пробивал. Ладно, все. Тем ныкаться надо. ЗРТ, заходи сюда, что там стоит. Я буду УД кидать. Встань под колонну, как мы, с другой стороны. Встань под колонну. А, он нас не слышит. Сюда. Он нас не слышит. Бафахила, холики. Бля, я пока писал в чат. Пофигела надо. Кто знаком, сразу сюда, в центр. Стойте, пожалуйста. Внутрь, внутрь. Центр, точнее, блядь. Он переагривается сразу. Вот так и стоит, пускай. Бегайте вокруг вот так, по небольшой площади. Не надо, не надо бегать. Просто, чтобы кто-то стоял. Надо. Дамаг пропадает. Если будет бить лучник, а лучник сдохнет под стоянкой. Под двумя хилами. Бля, ну не подходите, пожалуйста, к колоннам. Кас, отведи его нахуй оттуда. Ком он сейчас висит? На мне он висит. Ну так отведи его от колонны. Сиди. Я стою в центре, алло. Так он не в центре. Он не в центре. Апокалипсис. Блядь. Это нормально. Блядь, ЗРТ. Кас, ресну. Интересно, я что, за колонной, блядь? Нет, ты не за колонной. Холики. И удочка не помогла от него. Там... Всё, он, короче, на меня сел. Всё, хильте в войда. Всё, он на мне сидит. Пока что на мне. Удочки там свои кидайте. Готовность сейчас будет апокалипсис. Двенадцать секунд еще, когда потом резну. Без разницы, куда ты отбежишь. Да он не слышит тебя, алло. Я кассу говорю. Сан. Холики. Холики. Все, привел его назад. Все, да не, я Жене говорю. Зачем? Я стою, где он не достает. Нет, я тебе говорю, что он... Апокалипсис. Я думал, ты ЗРТ говоришь, что... Блять, он сейчас опять умрет, ну ты пизда. Ебать, ну что тяжело так в дискорд перезайти. Он еще и выбежал. ЗРТ, не тупи. Да он не слышит вас, ребята, не слышит. У нас ДПС теряется, пиздец из-за этого. Ну, блядь, ну что это, ну, блядь. Полики. Ходим, сходим. Слушай, бей ПКД. Когда мы говорим юзать холики, юзаешь холики. Когда мы говорим уходить за стены, ты за эту хуйню, за колонну, ты уходишь за колонну. Все. Не надо бегать хуй знает где. Ни в коем случае он не должен выйти отсюда. Убить убьем, ну ебать, долго будет. А штрафа по... Главное не сильно, не сильно бегать. Ныкаемся, да, ныкаемся, да, все. Да. Штрафы по... Проехали, поехали. Ну час, видимо. Нет, ты не понял, на дроп именно.
Ой, ой, вот, вот это вообще даже не хочу слышать насчет по времени то есть, дропа. То есть? Да нет, это знаешь, как в линейке, типа на Заке не такая хуйня, все говорят. Ну типа, чем больше левел, тем лучше дроп. По третий левел там самый жирный дроп. Да, он у нас про второй. Другое спрашивает, он спрашивает про время. Да, да. Время вот 49 минут. Если за 49 минут не убиваем, не все, ГГ. Холики. Короче, смотри, он спрашивает, типа, если мы долго будем его бить, типа, что дроп станет хуже, понял? Просто главное убить за промежуток времени, и все. Угу. Это лучше так... сдохни и стань опять за этот. Занимайся хуйней. Лучше сдохни, тебе резко. Говорю, лучше сдохни и стань себе опять. Аккуратно бей. Он на мне. Спасибо за, за подписку. Халик, сникаемся. Дальше едем. Блять, холик, не холик, холик. Холик, холик, блять. Есть, нет. Хух, успел. О, успел тоже. У меня есть миллисекунда. Бля, никто не записался на эту прогадку. У меня отменено уже. Слава богу. Да. На ком он сейчас? В ревере? Да. Хорошо. На Лёх, у тебя приняло? Конечно, у меня авто, это, прием стоит. Вот так держим, держим его вот так. Ребят, послушайте просто меня, ну... Да подожди, я знаю, что человек сейчас улетит. Я знаю, я его убивал на прошлом сервере сколько раз, просто пиздец. Главное, хаос не создавать, не, ну, беготнёй сильно не заниматься. Если что, проще, Паш, тебе умереть, чтобы он на меня сел. Все, я понял, все. Просто не бегаем. Тем более, есть ресы вот эти вот. Ну да, есть два хила, все. Блять, холик, не успею. Холик. Если кто-то не успевает с холиком, апокалипс, ныкаемся. А, я не успел. Чего страшного? За РТ ресы. В любом случае мне бегать, потому что реса нет. Реса откать... Реса откать в сказке. На ком? На мне. А я сейчас... Но я бегаю, потому что реса откать, смысл умирать просто так. Открываешь квизы пока, да? Ну, откат пока. Подъезд. Сколько там креселкам? Холики. Взрыв, холики. Включился. На кого? Зайди, зайди сразу. Ага. На пускай центр, центр, центр поставь. Пускай хил один хилит, а ты билдишь в этом своем. Вот так, нормально. Двигаемся. Апокал. Отлично. Вот, все уже поняли, что надо делать. Прожарку отменила, кстати. Заебись. Ну, уже просто времени-то 2 минуты, а я не улетел. Готовность, холики, холики. Центр. Сейчас Лёху, он вообще не пробивает. Нет. Король. Ну, это хорошо. Всё, пускай так и будет.
Там луком просто я терпимо. Да нет, лучником я тоже бы стоял, если бы у меня был дефбилд щитом, понимаешь, типа у меня нету этого. У меня нет дефбилда, это просто щит. Него... Не... Можно стоять. Просто дефбилда нет вообще никакого. Так я смотрю, как его бьют. У меня хил билд. У него нету дефбилда. У него хит есть. Щит много добавляет по дефбилду. Сейчас тоже под щитом. Так, то, так только. Колики. Так понятно, что щит уже хил. Бля. Ну, я труп. Здравствуйте, сразу хило. Мне... Зверты очень часто умирает. Так, резну Пашу. Этого РБ не действует агр вообще никак. У него не агр не действует вообще, он сам по себе как хочет, того и бьет. А чё это? Дерево, все дела. Дерево я по КД ставлю, оно. А, я его не вижу, наверное, у меня выключено. Не, я урон не ставлю. Олики. Че? Тебе КД? Да, 20 секунд. Тогда я реснусь. Все, он вот, поднял. Вот, сейчас дерево, время. Видишь? Что, на мне? Дерево видишь? Вижу. Двигаемся. Я вот не успел. Ресаю. Объем РБ, жена уже раз 5-6 зашла. То, блин, воды принеси, то, блин, ребенка перенеси. Колики. Колики. У меня КД, сука. Зачем ты лучником стоишь там прям? Я не знаю. Стой вот возле меня и все. Сейчас. Центр. Тут типа танк как бы бесполезный. Mm-hmm. Именно тут я имею в виду на данже. Ну, типа агр не работает, нихуя не работает. Калялку передает и все. Ну да, типа просто что разгонки и все. Готовность сейчас ныкаться, готовность. Двигаемся. Блять, стан сразу. Холик. Тебе. Леха, ну, блядь, стан все равно получил. Феська, цепалейка нравилась, здесь находиться, хуй пробьет он тебя, блядь. Если не успеваете холики прожать на взрыв, то это самое, просто отходите. Центр поставь. По красоте. Я думаю, за полчаса мы его убьем. Нормально, дамаг идет. Нормально все. Просто мы уже нормально все делаем. Дамаг это шмот. Остальное важнее. Я с пацанов, блядь, ору это, с куриной пачки. Они специально... Приколики. Они специально гномов качают, чтобы ходить в данж. Чтобы два раза ходить. Дохни, Зерта. Почему гномов? Ну, да, лучика, типа, чтобы урона больше было. Не знаю, я там скажу так, у гномов, чтоб, если хочешь, чтобы урон был нормальный. Что, тут настолько хороший дроп, что ли?
Они говорят, что с полляма с данжем достаем. Ныгаемся. А пока. Это что, много? Блять. Не успел. Так, войда рисую. Чутка не успел забежать. И, типа, здесь а что может упасть? Релик, пушка, например, может браслет упасть какой-нибудь. Здесь такое рандомное место. Перед чем здесь релик пушка. У меня КД. Тоже КД. Слишком быстро. Станки. А какой его апокалипсис раньше? Вся карта. Только за эти спрятавшись. Тут только столбы спасают, да? А хотя нет, погоди. Хотя нет, еще нужен. За стеночку ставь. Он пока на мне. Хорошо, обузили через удэшки, ебать. Рисаю. Я раньше чампом умел сбивать стан и апокалипсис. Ну, у нас фейка тоже могла сбивать, типа, артенис, типа, прыжками своими. Апокал. Стан. Холики. Сра прям по КД дает. Нормально, нормально все. Ас-центр. Заводи. Да, лучше умирай. Он слышит меня. Проще умирай, это потому что... Проще действовать, чем выхилить. Не проще, а дешевле, говорят. Ну, он чисто по демагу сидит, потому что на меня даже ни разу не садился. Можешь часики, кстати, Холики. Юзать, Холики. Когда сильно пробивает. Ну, этот, искривление времени. Есть рейс, да, у нас еще? Да, рейс. Бля, ну, качать в труп. Пати для этого, это невыгодно, мне кажется. По-моему, лучше на склады входить по КД. И рейс собирать. Немножко для вот этого, ну и плюс еще в этот рейс ходить. Это вообще не, бессмысленно. Это ты много времени потратишь на то, чтобы сделать вино нормального. Ну да. Гномы не настолько сильны, чтобы уж прям настолько. Ну, орки посильнее, наверное. Ну, орки-то и стоять-то будут получше. Ну, да. Не, на самом деле в данже просто нужно на девятых волнах ходить фулл пачкой и бафаться. Ой. Реснешь? Рса, да, рса. Там на, этот баф, если второго лейла его покупаешь, он все пати бафается. И чем выше левел, тем выше Холики. Бонусы дают. Холики. Ну, например, таргетные дамагеры, типа полудемона, там, костельщиков, даггеров, они вообще там полная бесполезность. Где? Ну, в рифте. А, ну изум, потому что мосток нет, да? Угу. Если. Ну, их подняли, этих боссов, немного. На прошлом сервере я стоял чампом в центре, получал апокалипсис, мне похуй было. Ну, я танком стоял на прошлом серваке, и у меня еще хп было больше половины. Угу, я так же. Полики. Полики.
Ебал, он переагрился с ней, ебал. Блин. Ладно. Нормально мы его душим. У гномов, если играть, вот как они дебилы качают лучников, лучше там через миликов идти, если честно. О, блядь, были все 100 пэл, блядь, 10 минут, и он лежит, этот босс. Смотрите, если вас пытается выхилить хил, не бегайте за колоннами, если бежите, потому что так сбивается. Бегаемся. Бегите лучше к хилу, а не от него. Готовность, холики сейчас. Готовность. Холики. Холики. Наконец-то. А скиллы по одному алгоритму, что ли, их приносит? А членейка не все так делают. Металку включаем под колец? Зачем? Нет. Она не действует тут. Какого хера он вообще на хилах сидит, а? Ну, как Закин. Сравнил. Нет, я имею в виду, что не метагра, я так понял. Тогда уж скорее как это, как оно там называется, Hall of Fame. Где там один мобец? Бегаемся. Ресую. Я сначала подумал, все, пизда. Потом все нормально настроилось. Да, за полчаса должен был задушить. Да, для первого раза. Игра деревянных мобов просто. Ну и персонажи частично. Ну да. Некоторых. Холики. Будет апокалипсис. Может и не будет. Может и не будет. Надеюсь, не будет. Изи. Все, сейчас дроп будет. А, чего там? 73 тысячи золота, 200. Да, ради такого качать пак на нахер. Ну вот как-то так. Ну чё?